После страшного пожара в Национальном музее Бразилии в Рио-де-Жанейро вспыхнули масштабные беспорядки. Часть активистов пыталась прорваться к основному зданию музея, но встретила сопротивление полиции и муниципальной гвардии. Стражи порядка применили против людей слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Это спровоцировало столкновение. Митингующие прорвали кордон спецназа и стали бросать в силовиков камни и палки. Я напомню, пожар вспыхнул в воскресенье вечером и уничтожил практически всю коллекцию этого музея. Yeah.